Здравствуйте. Меня зовут Нарт Скасун, а я издал 17 книг по санскриту и хотел бы представить одну из них, книгу, которая готовилась по 15 лет, переиздание словаря Веры Александровны Катергиной. Так, не просто попасть туда, куда надо. Вот, видите, какой красивый с двумя эссе и с имитацией индексной вырубки. Имитация индексной вырубки. Засвечивает очень. Вот. Слепое, блинтовое и медное тиснение. Здесь номера страниц, на которых начинаются соответствующие буквы. Форзац и нахзац содержит перечень всех глагольных корней с указанием класса, залога и номера страницы. И тут даже есть схемка, как этим все пользоваться. Вот. Это форзац, тут нахзац. Вот. Это из новенького. Бумага очень легкая получилась. Бумага хорошая. Несколько лет мы согласовывали портрет Веры Александровны. Вот. Перед нами портрет. Вот это 17-й том в серии «Библиотека санскритика». Это у нас сызы вариант бошки. Вот. А также у нас есть белый, точнее молочный. Вот он. Они идут в пачках по 3 штуки. То есть почти что 1000 страниц. Словарь получился легким благодаря финской бумаге. Значит, словарь не выходил с 2005 года, то есть был 17-летний перерыв. Вот. Это самый большой санскритско-русский словарь, почти на 30 тысяч слов. И вот мы его, наконец, переиздали. И стало это возможно, в том числе благодаря усилиям добровольцев, которые собрали 100 тысяч рублей на то, чтобы запустить чистку скана. Спасибо вам. Мы еще вместе поработаем. До свидания.